Дорогой друг, дорогой дачник, у нас сегодня 27 июля 2018 года. Я вот был собрался делать грибной настой, а грибов у меня столько нету. У меня, конечно, ведерко, но нету. Вот я иду в наш лес. Вот, смотрите. Сосны какие. О, высоченные. Не кормленные, не пойные, не удобренные, не подкормленные. О, что вы, смотрите, какие сосны. Что это значит? Это значит, что все питание в природе есть. Его только нужно использовать правильно. Так, что насчет грибов? Видите, какой у нас тут заросли от девичьего винограда. Знаете, я знаю одну полянку, но туда идти далековато, конечно. Вот сейчас я постараюсь ведерко набрать. О, ну и тогда буду делать, ну вернее, высплю их в ванну с чистой водой. Ну и все. Они там, смотри, какая погода будет. Ну сейчас-то тепло. Вот. И, ну, может быть, дня через 4, дней через 5. Этот грибной настой подойдет. Так, ну смотрим. Здесь есть? Нет, здесь нету. Они там далеко-далеко, короче. Видите, дорожка заросла. Дорожка заросла вся. Здесь раньше на машине ездили. Ну все, видите, заросло. Дожди, тепло. Ну вот, короче, туда идти очень далеко. Ладно, я вас не буду отвлекать больше. Вот. И пойду на свое место. Все, пока-пока. На связи был Сергей Дьяков. Сегодня, напомню, 27 июля.